Привет! Обзор наушников Xiaomi AirDots. Еще есть какая-то приставка у них, Redmi. Не знаю смысла кучу слов налеплять. Самые простые наушники Xiaomi, это не подделка. Проверяйте, чтобы была не подделка. Ну, самый простой способ, это вот крышка открывается на 90 градусов. Сразу скажу, мне не понравилось. Батарейка очень быстро садится. В теории они там 3-4 часа, на деле около часа. То есть мало. Кнопка механическая. Вот здесь вот одна, кроме кнопки, больше ничего нету. Внутри здесь аккумулятор тоже маленький. Качество звука хорошее, микрофон плохой. На улице разговаривать невозможно. В тишине, в комнате, в помещении можно говорить. Микрофон в каждом наушнике. Так, где он? Где-то здесь. Что-то я потерял его. Левый, правый. Плохо помечено. Ну, мне тяжело смотреть, вот вроде левый. Но можно определить по направлению, куда он развернут. Держится в ушах хорошо. Не вываливается. А где же микрофон? Что-то я потерял. Не понимаю. А, во. Вот эта дырочка. Так, подожди, если вот так вставляю. Да, это вот дырочка сбоку маленькая. Так, поэтому так бы пользовался. Но батарейка очень быстро садится. Мне нужно все-таки больше времени. Час никуда не годится. Так, что еще? Что еще за я писал? Тут были надписи, но они уже все постирались. Аккумулятор. Аккумуляторы как поменять, я не знаю. Но садятся они очень быстро. Пластик такой уже весь исцарапался, замызгался. Разъем микро-USB, конечно, он сломается, думаю, быстро. Так, вроде все описал. А, да, иногда теряют синхронизацию. Как люди пишут, надо включать-выключать, держать кнопки. Это бывает. Двойную стерео, вот эту свою синхронизацию теряют. Есть такая проблема. Но была она у меня 1-2 раза. Не так часто. Но это тоже какая-то реальная фигня. Но это там все так себе. Средненькие наушники. Всем пока.